Начнем с самого интересного. Канада, Британия, Италия, Грузия, Америка. Либо турки, либо какие-либо из мусульман. Это, ну вообще у турецких солдат такие шевроны я видел, значит, на видеороликах. Это вот то, что из такого интересного. Поехали дальше. Военная разведка Украина. Пограничная служба Украина. 57-я бригада. Спецпедраздел Хорт. Это, кстати, из одной тематики. Десантники 46-я мобильная. Артиллеристы. Джура. Кто такие, не знаю, но такие шевроны попадались. Казачье подразделение. Вот. Еще какие-то подразделения. Оперативно-тактическая группировка Запад. Объединенных сил Украины. Жовтые воды. Это все шевроны, которые здесь, и все, что в принципе здесь, это все с поверженного противника. Это история про Бахмут. Это Бахмут непокоренный. Вот Бахмут непокоренный. Вот, собственно говоря, у этого же товарища вот такой вот сокол, ЗСУ хаб. Это как порнохаб, только ЗСУ хаб. За оборону родной державы. Номерная медаль. Сохла поднята. А это значит участник антитеррористической операции. То есть, ну, люди, которые еще участвовали в антитеррористической операции, это получается до 2018 года. Да, до 2018 года. По новостям показывали грузины, они там горевали, бедолаги, что они потеряли своих ребят. Вот на одном из убитых нами грузинов были вот эти два шеврона. Спецпедраздел Хорт и вот этот шеврон украинско-грузинский. Они стояли в лесу, в котором мы были и снимали. Вы там эти окопы тоже снимали, видели, вот они были в этих окопах. В общем, немного они получили и побежали, сбежали от нас. Заинтересовал этот шеврон, как бы это позывной, но заинтересовал шеврон меня вот данными буквами СС. Вот, это ребята из Азова, они тоже уже нам попадались. Вот, попадались, соответственно, они все были уничтожены. Принесли нам много подарков полезных, которые на них были, и мы их забрали себе. Иностранного производства в том числе. Когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там бедные ВСУшники, которые там щемятся. А когда удобно, все замерзло, приходят крутые ребята, получают по щам и убегают. И опять же остаются ВСУшники. Наемники более дерзкие. Если они попадают на позиции, они более активно себя пытаются вести, более активно пытаются там атаковать, что-то отжать, уничтожить. Вот. Но получают здравый отпор, ретируются и отступают. Вот. Оставляя там бедолаг ВСУшников, которые тоже в итоге потом страдают и тоже бегут. И в целом, как ни крути, потихоньку, помаленьку они бегут.